Защитник текстильщика Алексей Губочкин. Алексей, ваши впечатления о матче? Как сложился матч, на ваш взгляд? Ну, просто не повезло по счету, не забиваем свои моменты. А в целом провели хорошую, достойную игру. К сожалению, пропустили необязательные голы в первом тайме. Пришлось отыгрываться. Один отыграли, второй, к сожалению, не забили. Отдать должность «Спартаку» за хороший матч. В принципе, все. Насколько тяжело было? Жарко? Да нет, нормально. Хороший стадион. Солнце не пекло. То есть, если посмотреть, оно сюда не проходит, поэтому нормально все. Мы в таких условиях тренируемся, поэтому готовы к этому. Все. Большое спасибо. До свидания.